Международная база данных IMDb является достаточно объективным индикатором, который показывает, какие именно актеры интересуют зрителей во всем мире. Кто же из турецких звезд вызывает самый большой интерес зарубежного зрителя? Отметим, что не стоит путать самых популярных актеров с самыми разыскиваемыми в базе данных. Это не одно и то же. Бывает сиюминутный интерес к той или иной персоне, вызванный появлением фильма или сериала в эфире какой-либо страны. Часто зрители понятия не имеют, как зовут актеров, ориентируются только по именам их персонажей или фотографиям. И, как правило, этот интерес со временем гаснет. Однако есть актеры, которые вызывают интерес стабильно и на протяжении многих лет. Самым успешным турецким актером в мировой базе данных IMDb является Кыванч Татлытуğ. В течение 72 недель он входил в 5000 самых разыскиваемых актеров в базе и никогда не выпадал из десятки самых востребованных турецких звезд. Также в десятку практически постоянно входит и его большой друг Чаатай Ulusoy, интерес к которому возник практически с первого сериала в его карьере в 2011 году и значительно вырос после выхода сериала Netflix «Защитник». Еще одна звезда сериала «Защитник» Айча Айшин Туран поставила сразу два рекорда. Она первая из всех турецких актеров поднялась на 42-е место в базе данных. Кроме того, она в 6 раз входила в 500 самых разыскиваемых актеров. Кыванч Татлытуğ, Чаатай Ulusoy, Хазар Эргючлу, Фарах Зейнеп Абдуллах и Эльчин Сангу также входили в 500 самых разыскиваемых актеров в базе IMDb по одному разу. Это еще раз доказывает, насколько успешным оказался первый турецко-американский сериал «Защитник». Сразу три актера сериала вошли в списки лучших имен IMDb. Поклонники звезды сериала «Ранняя пташка» Джана Эмана также могут поздравить своего любимого актера. В 2019 году он попал в число самых разыскиваемых актеров базы и в течение 6 недель держится среди 10 тысяч лучших актеров мира. Сможет ли Джан закрепить свои позиции и остаться рядом с Кыванчем и Чаатаем, будет зависеть от успеха или провала его следующего проекта. Так что нам остается лишь пожелать ему удачи, которая ему очень пригодится. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.